Голубочки сидят. Видите, вдвоем. Холодно им. А я жду папу. Сейчас папа приедет. Пойдем с ним скупимся. Ну, надо ему помочь скупиться. Все, мы с папой скупились. Идем, провожай его на остановку. Хорошо мы, да, так все взяли. Хорошо. Всего набрали. Папа говорит, так хорошо у вас. Все есть, все магазины, что хочешь, да? Да. У вас там, конечно, так... Ветки. У вас на 5-6 не очень, он какой-то автобус. Ну ладно, постоим. На улице солнышко, так хорошо. А потом ты приедешь, мы с тобой в АТБ пойдем, да? На другой раз. Ну, в другой раз, да, потом список бабушка напишет. Бабушка список пишет, и мы ходим по списку, все покупаем. Ой, хорошо на улечке. Все, провела папу. Иду, как будто рыдаю. Девочки, не могу от солнца. Слезы льются, и вот это еще снег белый. Кошмар. Иду, вытираю. У кого такое тоже бывает? И ветра нет. Или от того, что мороз. Ну, солнце вот усветит, туда шла прям в лицо. Слезы градом льются. Сейчас пойду тоже в магазин. Куплю капусту. Может, сегодня, а может, завтра борщ надо сварить. Ой, я прям в камеру так лезу. И там рыбы столько много. Я только, ну, папе покупала с мамой рыбу. Но там тоже так, видя, рыбка такая красивая, аж захотелось. Сейчас пойду схожу, хлеба куплю. Так, ну что, пришла домой я. Нарыдалась на улице. Капусту не купила. Сейчас покажу, что купила. Ну, я в АТБ не ходила, а у нас в магазине капуста сильно большая. Я говорю, мне много, мне такую, ну, небольшую, там такие кочаны. Она говорит, мы не режем. Хотя нож лежит. Она говорит, нож плохой, мы не режем. Ну, не режут и не надо. Ладно, в АТБ тогда, может, схожу, там выберу. Так, а как вам показывать? Вот так доставать? Ладно, я так буду показывать, что купила. Купила мандаринок, не знаю, хорошие, нехорошие. На вид такие симпатичные, но мне кажется, они будут чиститься не очень. Ну, полкилограммчика Софийки взяла. София любит мандаринки. Такие мандариночки. Шкурка, наверное, плотноватая. Ну, ладно, какие есть. Мандаринок взяла. Потом взяла прянки, тюлечки, прянки. Так захотелось. У нас картошечка пюре есть. Микки, ты наглючая. Вообще наглая. Заперлась на стол. Ни стыда, ни совести нет. Пряночки. 300 грамм взяла. Как захотелось. Еще что я взяла. Вкусненькое. Сегодня на вечер. Я говорю, Женя, с тебя пиво. Смотрите, какой. Окунь. Горячего копчения. Женя. Ой, это я там. Да. Жень, ты там сел, но так, как надо. Так что, девчонки, вот такой окунёчек. Пахнет. Так что, Женя, с тебя пиво. С меня окунь. Вечером посидим. А? Вымогательство? Ну, а что? Так. Ой, пахнут уже руки, так все. Микуся, нельзя, не лезь. Потом. Я же хозяйка. Купила блинчиков. Папе в Ермолинских покупала. И нам, в общем, решила, ну, обратно и шла, зашла, что-то захотелось. Попробую блины. Но они, видите, уже как обжаренные. Идут с этим. Говядина с печенкой. Ну, попробую. Хвалила продавец Олечка. Она говорит, эти очень вкусные. Потом блинчика. Полкилограмма взяла для пробы. Потом килограмм блинов. Это... Девочки, что у меня так засвечено все сейчас? О, вот так лучше. То, что я включила, как-то засветило все. А это просто с куриные блинчики. С куриным мясом. Тоже вкусные. Мы брали, уже знаем эти блины. И купила вареников. Мама заказала тоже вареников. И я взяла полкилограмма с творогом. Собиралась вареников налепить, так и не налепила. И килограмм купила вареничков с картошечкой. А мне не получилось вареники лепить. Знаете, что?
Я собираюсь на выходных вареники, а я готовила кашу, вот, которая пельменями пахнет, пшена. Ну, полная кастрюля каши, там еще у нас еда осталась. Потом наггетсы жарила, ну, перед этим видео. Но получается, еда как бы есть. И ни вареники не лепила. Ладно. В общем, купила вареничков. Сегодня вечером с тюлечкой и с рыбкой, с окунем копченым. Горячего копчения покушаем. Вот. Так что, такое. Полуфабрикатов купила. Ну ничего, Микоть, что вынюхиваем? Вкусно тебе так пахнет? Что, тебе не нравится окунь? Не, да, не говорю, не нравится. Но он такой есть, и шкурочка такая, ну, у него есть, красноватая. Ну, в общем, такие у нас на сегодня покупочки. Все, сейчас поразбираем продукты, девочки. Я буду сегодня мыть кухню. Обязательно. Обязательно надо помыть кухню. Главное, вареники не попутать. Сейчас надо написать на варениках. Сейчас. Взяла у Софии фломастер. Сейчас напишу на варениках. Картошка, творог. Т и К. А то потом варишь, собираешься с картошкой сварить, а сварил с творогом. Все, понаписывала. Понаписывала. Ох, и понаписывала. Все. Тюльку так поставлю в тарелке. Даю поставить. И мандаринки там. Что, Жень? А ты не можешь закрыть? София еще в школе убирает. Закрывай. Закрывай двери. Ой. Девчонки. Сейчас мандаринки промою. И Софийка будет кушать. Много не стала покупать, думаю. Микки, чего ты? Девочки, диспенсером пока довольна. Но вы мне написали там сказать результат в течение месяца. Ну, я попробую. Ну, буду использовать его и вам потом скажу. Ну, я думаю, с ним ничего не должно случиться. А, вот мне подписчица моя скидывала. Сейчас вам ближе покажу. Вот кто хочет купить, когда я хотела купить, она мне сразу скинула видео и показала, что у нее вот эта вот часть мягкая. Может, я уже рассказывала? Я одно и то же. Если она вот так нажмет руками, у нее вот эта крышка отскакивала. У меня ничего, она вот, хоть дави, хоть не дави, она плотная. Так что, если будете заказывать где-то вдруг через интернет, обратите на вот это внимание. У меня плотная, не сплотненький. А София позвонила, говорит, в школе, говорит, сегодня она на дежурстве убирает. Я говорю, ну убирай, убирай. Нам сегодня, говорю, никуда не ехать, говорю, можешь не спешить. Она говорит, в классе так грязно. Я говорю, ну убирайте, дежурьте. Такая рада сегодня. Или контрольная у них по геометрии была. Это 11 баллов получила. Я говорю, ну молодец. Так, мы вчера вечером смотрели мультик. Хотела вам посоветовать. Ну, мы смотрели с семьей втроем. Ну, как бы он считает... Не скажу, что он очень детский мультфильм. Ну, он не для взрослых. Просто говорю. Ну, София смотрела. Я говорю, София, тебе понравился? Она говорит, да, очень понравился. Ну, такой мультик со смыслом. Интересный. Можете посмотреть. Называется «Душа». Уже кто-то мне звонит. Сейчас, девочки. Хорошо, давай. Давай, давай, хорошо. А ты так быстро в классе поубирала уже. Вы так, да?
Ага. Все, давай. Все, уже поубирали в классе. Идет домой. Все, треугольничек готов. Только там, где треугольнички, у меня уже тоже не этот, не порядок, надо порядки понаводить. Так что мультфильм советую, девочки, «Душа» называется. Кому интересно, посмотрите. Может быть, вам тоже понравится мультик со смыслом. Что надо ценить каждый день своей жизни. Вот каждый день надо ценить. Час, даже каждый час прожитый, ну, ты прожил час, и радуйся, и благодари Бога, что ты живешь. Посмотрите, «Душа» называется. Вот, ладно. А я сейчас тут... Да мне, в принципе, мне на кухне все чисто. Мы утром же не так бутербродики позавтракали. Сейчас подготовлю кухню мыть. И вам покажу, чем я буду сегодня мыть кухню. Прям так хвалят, такие результаты хорошие. Мы с вами проверили. Никак не начну заниматься уборкой. София пришла со школы, надо покормить. И я уже тоже захотела кушать. Хочу, я знаю, есть пюрешка, сейчас нагрею. И тюлечку сейчас почищу. Я обычно сразу стараюсь почистить, чтобы потом не вымазывать руки. Сейчас начищу, вот это все поубираю. Ой, пахнет. Пахнет. Вот так. И сейчас пюрешечкой. В общем, уже пообедаю и буду мыть кухню. Уже сколько я ее собираюсь мыть? Никак не доберусь. Сейчас уже потемнеет. Ну, не потемнеет, время только 2 часа. Я обещаю. И то вот сейчас есть буду, снова никак не доберусь. До кухни. И вам обещаю. Ну ничего. Да подожди, сейчас поем и буду двигаться. Сейчас поем, пойду на диван. Не, на диван не пойду. Магнитом тянет сразу. Так, не умничай. Не умничай, Женя. Может и такое быть, может. Но не будет. Вон Софийка пришла, здоровайся. Всем привет. И рассказывает, что она сегодня в школе деткам рассказывала про мультик «Душа». И оказывается, многие детки смотрели, им очень понравился. Не многие. Ну, две девочки уже сказали, что они я у всех... Я говорю, одна. Да, и Алина, и Маша. Я говорю, я Алине рассказывала про мультик. А Маша говорит. А Маша говорит, да, я его знаю, «Душа» называется. Девочки, картошечка. Сейчас попробую. Я почистила ее. Гряночка. Вкусно. Угу. Обедение. Только я, знаете, что не взяла? Бумажное полотенце. Получается, снимала. Девочки, как вкусно. Бомбая. Жирненькая. Я давно не покупала. Я хребты не ем. Я так раз. А хребты? А можно не ем? А хребты, да? Угу. А как? А как я тебе дам? Ну, бери вот так зубами и счищай. Угу. Нет. Не бери ее руками. Ну, зачем ты? София. Ну, ешь теперь все сама. Хребет вот так оставляй. Смотри, взяла зубами. Кривица сидит. Что ты бросила? Иди мои руки смыла. Я думаю, это очень вкусно. Давай. Очень вкусно. Ты ела свои наггетсы, вот ешь. А я вкусненькая такая. Была тюлька такая мелкая-мелкая, а это такая покрупнее. Именно которая пряночка. Минералки не купила. Ну, очищенную воду будем пить. Сейчас наешься, будет сушняк. Все, что ты гавкаешь. Девочка. Бомба. Угу. Тебе кто-то звонит. Нет покоя. Так, все, поели, занимаемся работой. Вкусно было очень, божественно. Так, девочки, эксперимент. Мою кухню. Смотрите, чем буду мыть. Таблетки для посудомоечной машины. Вот хвалили, что этими таблетками вымывается вся грязь.
Так, я набрала в тазик воды. У меня вода кипяток. Мне надо здесь растворить таблетку. Буду мыть в перчатках. Видите, перчатки одела. Вот как ее там растворить, чтобы она быстро растворилась. Сейчас тут эта гелевая, наверное, растворится. Ага, булькает, булькает. Вот. Эксперимент, девочки, проводим. Буду сейчас все мыть. Так, растворяется. Мне надо, чтобы это все, весь порошочек растворился. Так. Пахнет приятно лимончиком. Если таблетка, знаете, как, которая, видите, тут и порошок, и какой-то гель. Если просто таблетка, спрессованная порошком, лучше ее в пакетике или скалкой подавить и высыпать порошок в водичку. Ну, сейчас я помою, вам потом скажу, хорошо было или нет. Что мне делать с вот этой слюдой? Она же тоже растворяется. Так, ну, практически растворилась, вода горячая. Я буду своей супер тряпочкой и мочалочкой мыть. Так. Наверное, все снимем, да, в ускоренном режиме, чтобы долгий процесс не затягивать. Для вас это будет очень быстро. Сказать, верх промыла я. Вот этот вот шкаф, вот этот, который над печкой, очень был грязный, прям вот такие точечки, ляпочки, все вымылось, ничего не блестит. Просто я вот так прошла тряпкой, ну, идеально. Но сейчас, знаете, как мы с Женей чуть-чуть переживаем, чтобы для кухни плохо не было, я решила чистой тряпкой в чистой воде промыть и просто пройти, как, ну, вот эту моющее смыть. Тут тоже хорошо отмылась. Пройду так просто сверху чистой тряпочкой. Мыльный налет смоем. Уже не говорю, что там ты переживаешь. ДСП поразъедает. Или да что? Не, не ДСП, но пленку, чтобы не это самое. Ну, не, да. Не побило это самое. Моющее, да? Ну да, чтобы там глянь сверху. Я просто промою, протру. Но сразу вот я обратила внимание, мне вот это по этому шкафу видно сразу. Он весь был в точечку блестел. Сейчас чистенький. Ручки вот тут хорошо, чтобы, знаете, когда жаришь, оно потом так за ручку трогаешь, оно как бывает подлипает. Ну так ничего. Шкафчики все уже сказала, чистенькие. Знаете, сейчас вот этим вот средством, эко-средство, я уже много раз его показывала, продается в АТБ, недорогое, очень тоже хорошо моет. И теперь кафель и столешницы я обработаю вот этим средством. А остатки таблетки из посудомойки уже низ пройду фасады. А это помою этим средством. Сейчас навшикаю все. Жень, надо микроволновку. Маленькую. Столько места тут мне. Надо, конечно. Угу. Все, девочки. Надо. Продолжаем дальше.
Смотрите, я набрызгала, пока в этой части мыла. Смотрите. Видите, как грязь стекает. Это здесь еще не брызгала. Вот. А кажется, что чистая. Да, девочки? Видите, грязь прям стекает. Вот. Женя говорит, ты давай быстрее мой затирку мне не вымазывай. Все, наконец-то я закончила порядок. Внутри в шкафах я не убирала, я убирала только сверху, мыла фасады, стекла, ну, отодвигала все, столешницу, кафель все вымыла. Также вымыла стол, ножки, стульчики все перемыла. И холодильник снаружи весь помыла. Вот. Ну, что могу сказать, результатом я довольна. Мне очень понравилась эта таблетка, как вымывает. Все замечательно. Вот этот вот шкафчик, вот этот вот именно... был очень грязный, вот по нему ориентируюсь. Без всяких усилий, просто тряпочкой протерла и все чистенько. Так, решила сделать еще перестановку. Попробую, понравится мне или нет. Переставила сюда мультиварку. В принципе, я ей пользуюсь не каждый день. Так выглядит сейчас у меня столешница. Увеличилось пространство, рабочая зона стала больше. Я думаю, мне будет так удобно готовить. Также я чуть-чуть в сторону поставила кофеварку. И кувшинчик с водой всегда у нас стоит. Попробую, если будет удобно, оставлю так. Думаю, так лучше. Еще хочу сказать по поводу фасадов. У меня, девочки, фасады не глянцевые. Вот не знаю, у кого кухня глянцевая, можно ли мыть таблетками для посудомойки, не испортит ли глянец. Не знаю, не могу вам ничего сказать. Ну, на матовой, ну, вот, на таких фасадах очень хорошо. Все замечательно вымылось. Хорошо, я довольна.
Все, на кухне чистота и порядок. На сегодня все. Всем пока-пока.